У нас в Атлантисе будет очень плотная программа, потому что много чего интересного запланировано. Например, заняться дайвингом в океанариуме, сходить в аквапарк, посетить разные рестораны и много-много чего другого. Я обязательно буду вам все подробно показывать и делиться своими впечатлениями и эмоциями. Надеюсь, что это видео вам понравится. You can't take my youth away. Soul of mine will never break. As long as I wake up today, you can't take my youth away. You can't take my youth away. The soul of mine will never break. As long as I wake up today, you can't take my youth away. You can't take my youth away. It's hard to sleep at night, oh, and what's outside, feeling hopeless. I need focus. Ну, как-то так. Смотрите, это просто закуски. Мне кажется, этим можно и так уже наесться. Но я в восторге, потому что только в самых моих любимых отелях, в самых лучших, есть буррата, там была еще моцарелла, вообще разные виды сыров. Господи, как же здесь все вкусно. Еще и креветки. Короче, мы вообще в восторге. Это еще не принесли основные блюда. У нас даже в отеле есть макет того, как выглядит наш отель. Просто все-все-все, что тут есть. И аквапарк, и еще один аквапарк и зона с дельфинами. И посмотрите, у Атлантиса строится новый отель, будет новая его версия. Такая современная, немножечко в кубизме, но очень классная тоже. Вот будет бассейн на крыше, тут шоу фонтанов. Вообще просто мечта. Я не знаю, честно, мне даже слов описать все это нет, потому что это прекрасно. Сытые, довольные, идем переодеваться, искупаемся, а потом в океанариум и фотографироваться. Добро пожаловать в наш номер. Сейчас я вам сделаю тур по комнате. Первое, что бросается в глаза, когда заходишь в номер, это, конечно же, вид из окна. Здесь все очень просторно, номер современный. И мне нужно вам обязательно показать вот это. Посмотрите, как классно смотрятся небоскребы там на горизонте. И видно здесь всю территорию отеля, наш бассейн. Жалко, не видно водные горки, они остаются вон с той стороны. Они закрыты этим корпусом. Красота, которую просто не описать словами. Ванная комната тоже очень большая. Посмотрите, какая здесь классная ванна. Прям уже не терпится ее принять. Но мне лично очень нравится. Мы сегодня в американском ресторане. Тут играет живая музыка. Поют музыканты. Джаз, такая атмосфера. Посмотрите, какая красота. We'd be sure to love before the night was. Могу вам официально сказать, что здесь самое вкусное мясо из всего, что я пробовала по миру. Маме, например, очень понравился лобстер. Он тоже просто невероятный. Большая фанатка фиников, и в Дубае они самые вкусные, честно. Мне правда иногда кажется, что я здесь могу их есть тоннами. No way, big bag, price tag, Gucci bag, okay. Don't break, cocaine, red flag, no way. Dripping like a hundred drops, cool. Все, мы наконец-то накатались, идем в номер. Представляете, мы вот просто весь день здесь провели, и то три горки мы не успели прокатить.
потому что там на две. Именно для гостей отеля Атлантис проход в океанариум абсолютно бесплатный. Ты можешь сюда ходить сколько угодно, хоть утром, хоть вечером. Falling down when I stand on my feet, feeling like a clown when I sing what I mean. When I sing what I mean. То можно даже полежать и посмотреть, как плавают вокруг тебя рыбы, как будто ты действительно находишься где-то под водой. Это зона в отеле Атлантис, где расположено огромное количество разных игровых автоматов. Тут есть зоны, где можно покататься на настоящем серфинге, на искусственных волнах. Это я имею в виду прям действительно на воде. Вот, поиграть в разные игры, даже в PS-ку. И более того, тут есть даже автоматы разной виртуальной реальности, где тебя действительно будет раскачивать, например, вот в таком вот необычном кресле. И нам дали вот такую вот карточку безлимитную, которую мы можем приложить вообще, в принципе, к любому автомату и играть в то, что мы с вами захотим. Так что присоединяйтесь ко мне, сейчас будет весело. Давайте поиграем. Маш, ты говоришь, что ты была чемпионом по ней. Да, я в нее когда-то очень хорошо играла. За бейсбол у меня был рекорд в школе. Так, будем играть в Атлантис. Вообще, просто Маша профессиональный убиватель миньонов. Все заработанные билеты нужно вставлять вот сюда, вот этот автомат. И тогда они будут в виде денег начисляться тебе на карточку, как раз которую нам выдавали. Ой, смотрите. И потом они зачислятся на карточку, и можно будет их потратить, например, на разные сладости. Вот, например, на что их можно потратить. Посмотрите, как много всего интересного. Тут есть и разный набор для маникюра, и какие-то леденцы, и чего-то только нет. Очень классно. Сегодня у нас будет дайвинг, погружение в огромный аквариум. Я буду плавать с рыбами и даже вместе с акулами. If you're leaving, baby, let me down slowly.